Архивные черно-белые кадры – теперь история. История о том, как создавались гиганты отечественной экономики. Как всесоюзная комсомольско-молодежная стройка гремела на всю страну. Как Советский Союз получил еще один индустриальный регион, а вместе с ним – новое качество территории. Здесь, на Староскольской и Губкинской земле, стали собираться со всех концов страны особенные люди. С производственной хваткой, инженерным умом и непростым характером. С ними приходилось считаться. К ним стоило прислушиваться. В советские времена производственников по праву причисляли к элите. Их ценили, продвигали, на них опирались. Их характеры ковались у обжиговых печей и прокатных станов, в цехах, шахтах и карьерах. Они умели работать и точно знали – это они создают богатство страны. С тех пор ничего не изменилось. Горно-металлургический комплекс и сегодня – становой хребет экономики Белгородской области и всей России. Промышленные предприятия наполняют региональный и муниципальный бюджет, дают новые рабочие места, реализуют высокотехнологичные проекты, обеспечивают социальную стабильность территории. Это удивительно красивая земля. Ее бережно хранит в сердце каждый житель Губкина, Старого Оскола и сельской округи. Здесь живет рабочий народ, их дети и внуки. Их жизнь, стабильность и достаток все так же определяют флагманы отечественной индустрии – Лебединский и Стойлинский ГОКи, Оскольский электрометаллургический комбинат, комбинат «Кмаруда» и все те предприятия, что создают славу и гордость местного промышленного сектора. Здесь, на Староскольской и Губкинской земле, производят горячебрикетированное железо, металлопрокат и алюминиевый профиль самого широкого назначения. Здесь производят свои лучшие конфеты и печенье крупнейший в России кондитерский холдинг «Славянка», располагающий собственным упаковочным производством и сетью фирменных магазинов. Отсюда уходят на сборочные конвейеры крупнейших автозаводов детали под брендом «Суате», которые стоят сегодня под капотом почти каждого российского автомобиля. Отсюда отправляется на прилавки магазинов свинина одного из крупнейших производителей центрально-черноземного региона – компании «Промагро». Все эти успехи определяются наличием здесь производственной элиты и высококвалифицированных рабочих кадров. Производственники – это люди, крепко стоящие на земле. Из их жизни никуда не делось понятие «трудовой подвиг». Они совершают его каждый день. Они знают, у страны нет и не может быть иной опоры, кроме них, людей, работающих в реальном секторе экономики. Кризисы и тяжелые времена безошибочно делят всех на людей слов и людей дела. Производственники – это люди дела. Именно они отстроили страну после войны, возвели индустриальные гиганты, модернизировали экономику после смутных 90-х. Они по-прежнему элита. А значит, Старый Оскол и Губкин – особые места на карте Белгородской области. И что бы там ни говорили, но сердце белгородчины бьется здесь.